Здрасте, здрасте, всем привет! Эй, давайте покричим, полюлюкаем! Да вы молодцы, собрались, а премию вручайте, класс! Так, друзья, по старой доброй традиции проверим соотношение полов в этом зале. Пускай поаплодируют сейчас только мужики. 3-4, мужчины! Мужчины! Музыка тоже аплодирует. Ну так, вяленько. Я, кстати, заметил, не все мужчины аплодируют. Да? Пускай поаплодируют сейчас только девушки. Девушки! Девушки. Я четко знаю, что они девушки. Ну а сейчас пускай поаплодируют все остальные. А, все-таки есть пара человек. В Уфе, как, да. Как раз, которые не хлопали. Не все в Москву перебрались. Молодцы. Молодцы. Пускай поаплодируют сейчас все, кто уже пуханул нормально, выпил. Да, да. Мы видели, между прочим, да. Итак, друзья, продолжим начатую тему. Дело в том, что здесь очень много говорили о разных заведениях. Мы буквально прям вот минут 10-15 назад накидали номерочек один на ваш суд. Итак, скоро январские праздники, все будут думать, куда пойти, что делать. Чтобы вы не терялись в догадках, мы познакомим вас с самыми новыми модными заведениями Уфы. Слушайте внимательно, чтобы потом не переспрашивать. Итак, самые новые модные заведения Уфы. Поехали. Дорогие друзья, вас приглашает новый ресторан «Восточная сказка». Самса, пахлава, шаурма и другие узбекские исполнительницы каждый вечер на сцене ресторана. Добро пожаловать. Ночной клуб на пароме Вячеслав Какашкин приглашает вас отведать изысканную кухню. Приходите, вы пожалеете. Вас приглашает первый ночной клуб в Уфе «Камуза 60». Каждый четверг диджей Андропов, по пятницам диджей Громыко. В остальные дни другие официальные диджеи. Приходите. Ночной клуб «Черниковка». Мы находимся в клубе. Ой, извините, ночной клуб «Па». Мы находимся в Черниковке. Yeah. Вас приглашает в Уфе новый ночной клуб «Рукав». Ночной клуб «Рукав», оторвись по полной. Вас приглашает шашлычная «Шостакович». Канделябры, рояль, всегда свежая кинза. Вот, у нас есть свой зритель. Дорогие друзья, вас приглашает новый в Уфе гей-клуб «Чук и Гек». Гей-клуб «Чук и Гек». Более 100 сортов вазелина. Катание на санках. Экстаз. Приходите. Вас приглашает самый тупой уфимский ресторан «Сережа». Андреем скидки. Молодцы. Вас приглашает новый Уфе круглосуточный караоке-бар «Тра-та-та». Вход по парам. Новое и стильное кафе закрыто. Кафе закрыто. Мы открылись. Вас приглашает новое в Уфе круглосуточное кафе «Шестой отдел». У нас можно не только хорошо посидеть, но и плохо посидеть. Новый кафе-бар-ресторан. Кафе-бар или ресторан, мы еще не определились. Вас приглашает новый в Уфе караоке-бар 100 баллов. Возьми 100, прикрой балла. Ночной клуб «Эмо». Банкеты, поминки, разводы. Приходите. Вас приглашает новый в Уфе ресторан «Яйца». Ресторан «Яйца», бросай все, чеши к нам. Вас приглашает армянский ресторан русской кухни «Маленькая Италия». Расположенный по адресу улица Малая Грузинская, дом 15. Только у нас мясо по-французски, утка по-пекински, баварские сосиски, украинский борщ, гавайская пицца. Welcome, брат! Спасибо. Вас приглашает новый в Уфе эстонский ресторан «Приходи завтра». Заказал сегодня? Приходи завтра. Первый стриптиз-бар для женщин. Суши. Только у нас можно и рыбку съесть, и приятно посидеть. Вас приглашает дискотека «Ипподром». Приходи, поржем. Играет диск-жокей, танцует лошади. Вас приглашает пивной ресторан «Против ветра». Приходи, не ссы. Вас приглашает новый в Уфе, новый пап-мам. Пап-мам, можно я еще посижу? Ну и, наконец, вас приглашает лаунж-кафе «Мавзолей». Приятная музыка, много настоек, бальзамы. Можно полежать.
Добрый вечер! Не пожалеете. Добрый вечер, друзья! Здравствуйте, Уфа! Здравствуйте, от имя! Здравствуйте все! Ура! Это Леша и это Рома, если кто вдруг забыл. Идем дальше. А следующие миниатюры вы хотели бы продолжить? Ретроспективу «Самые худшие шоу мира». Как всегда, передача «Стены, кандалаки», «Педали». И, как всегда, у нас в гостях очень и очень интересный гость. Это мужественный и сильный человек, обладатель редкой профессии. А, здорово! Вообще, привет. Привет. Итак, у нас в гостях ловец акул Роман! Добрый вечер! Здравствуйте, Роман! Добрый вечер! Здорово! И сразу первый вопрос. Скажите, у вас несчастные случаи на работе были? Нет! Что значит нет? А это? Да. Ну это прикол такой. Оп, педал не могу доставить. Руки нет! Что, не видно что ли? Хорошо, давайте перейдем ближе к рыбной ловле, хорошо? Да. Итак, расскажите, как лучше всего ловить акул? Значит так, лучше всего акулы клюют на руку. Да-да-да, не удивляйтесь. Вот так вот опускаешь руку в воду, вот здесь пистолет, все. И что, много акул вы на руку поймали? Ни одной! Сорвалась! Мы завесили, да? Да, но опытные ловцы акул советуют ловить на наживку. Лучше всего акулы клюют на ноги. Но на ноги, я смотрю, вы еще, слава богу, не пробовали ловить. Пробовал. Вот так подходишь к воде, опускаешь ногу в воду, вот здесь пистолет. Все. И что, много акул вы на ноги поймали? Ни одной. Сорвались? Обе. Дерево? Бук. Да, но опытные ловцы акул советуют ловить на наживку. Лучше всего акулы клюют на мужское достоинство. Дайте угадаю, сорвалась. Нет, передержал. Поздно подтек, ушла, сука, с наживкой. Пускай только подавится. Было бы чем она подавится. Вы бы видели наживку. Я вообще удивляюсь, как она уплыла. Очевидцы говорят, червячок проглотил и уплыла. Червячок. Колбасня. Да, но... У меня есть хорошая новость. У меня появилась девушка. Ну вы что? Да, я раньше один как бы фигачил, но неудобно было. А сейчас, наверное, тоже неудобно после акулы с корешочком-то. Тю-тю-тю, не попасть. Я говорю, девушка у меня есть, понимаешь? Сейчас с ней встречаюсь, я думаю, что все будет с ней хорошо. До свидания. Ну что, спасибо, у нас в гостях был ловец акул Роман. Следующий такой номер наблюдения. Наверняка вы все заметили, что в последнее время в нашей с вами жизни появилось очень много англицизмов. В частности, английские названия профессий, да, вот уже милицию в полицию переименовали. Мы пофантазировали и представили, что в скором будущем все исконно русские профессии переименуют на звучные английские названия. Итак, наши профессии на английском языке. Поехали! Дворник! Street cleaner. Банщик. Body cleaner. Фармацевт. Drug dealer. Фармацевт. Drug dealer. Тракторист. Sheet mover. Сторож. Vodka sleeper. Фрезеровщик. Finger out boy. Фрезеровщик. Finger out boy. Грузчик. Ух ты, the man. Стриптизер! Бизнес шоумен! Водитель маршрутки! Serial killer! Водитель фирмы досуга! Beach driver! Гастарбайтер! Work and travel boy! Продавец-консультант! Бла-бла-мен! Барыга! Smoking producer! Оксфорд спалился, пацаны! Мы за кулисами. Идем дальше, мое любимое, вот. Гаишник. Easy money, man. Очень крутой чувак вообще. Начальник поста ГИБДД. President of money. Главный начальник всего ГИБДД. Godfather of money. Сутенер. Pussy manager fucking distributor.
Парикмахер-стилист. Maybe man, maybe woman. Ясно. Уролог. Penis helper. Проктолог. Asshole supervisor. Футбольный арбитр. Blue boy. Yeah. Боковой арбитр. Little blue boy. Проститутка. Penis helper girl. Секретарша. Professional penis helper and asshole supervisor. Все может. Ну и последняя профессия, которую мы перевели. Repeat slow, motherfucker, stupid boy. Эвакуаторщик. Thank you. Спасибо. Thank you. Everybody look, it's got for me with this meat and hell food magnificent. It's the pussy, she's the blue black, brown, out of the bed, I'm losing the show.